Городской телеграм-канал «Вести с Дворянской» сообщает, что 6 апреля в Самаре пройдет первый средник, а 9-го – гагаринский субботник. Помимо представителей коммунальных служб и служб благоустройства, общественных организаций, муниципальных служащих, в уборке городских пространств смогут принять участие все неравнодушные жители Самары. Администрация Ленинского района Самары также приглашает жителей принять участие в среднике и рассказывает, где можно получить инвентарь. Уборка пройдет в рамках месячника по благоустройству. Администрация железнодорожного района Самары напоминает, что уже скоро стартует голосование, на котором можно будет решить, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году. Именно от активности жителей зависит благоустройство парков, скверов, площадей и других общественных пространств. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.городсреда.ру. Глава Кировского района Игорь Рудаков сообщает, что начал работать новый сайт районной администрации. Его адрес – admkir63.ru, и предлагает жителям доработать платформу, сообщив свои идеи в телеграм-канале.